К другим новостям. Сотрудники регионального УФСБ задержали жителя Мурманска, который подозревается в организации незаконной миграции. Кроме северянина, к делу, по версии правоохранителей, причастен и гражданин одной из стран СНГ. Следователи установили, что подозреваемые предоставляли иностранцам за денежные вознаграждения фиктивные трудовые договоры, что позволяло мигрантам легально находиться на территории России. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы. Нарушителям закона грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Расследование продолжается.